Посмотрим. В любом случае, сегодня будет рубка. Это, в общем-то, конкуренты в борьбе за место плей-офф. Торпеда и новый генерат. Вот, ну, первого-то тура точно, ну и вообще в сезоне. Ну и потом 3-5 в повторном матче также очень высокого уровня. Не буду пока лишних дифирамбов петь про сборную, да. Но вот сейчас, внимание, Серебряков наносил удар. Ну и вот потеря, Сосковец. Можно бить удар, Давид Савлохов. Обжорин отдал мяч на Телегина. Денисов. И передача на Дениса Аширова. Чуть пониже бы. И вот гол! Гол влетает. Мяч летает в ворота Давида Савлох. Ну и здесь Телегин успеет ли? Успевает! И Сосковец! Это будет желтая карточка. Воронятся. Напомню, 5 фолов у сыктывкарской команды. Обжорин, передача, и опер бьет, Щурок, браво! Волков. И удар Шишова, опасно получается. Ни новой генерации, ни торпедовцам терять очки нельзя. И нарушение правил. И вот тот самый 10-метровый... Аширов, разбег, удар, и не попадает в створ Денис Аширов. Обжорин. Самусенко можно бить, и добивание Самусенко, Денисов, гол, 1-1. Чурка и Савлоху, пока мы их не видим. Савлоков только однажды перешел на чужую половину поля. Удар! Щурок! Здорово! Момента удара, и потом уже реагировал Кирилл Щурок, но с реакцией у этого парня все в порядке. Ну а здесь что? Здесь Серебряков бьет! Передача, Леготин выше ворот. Нарушать правила теперь уже нельзя никому. Ой-ой, какая ошибка! И Самусенко! Суворов, какой сей! Суворов. И удар, Давид Савлохов. Говорил Вадим Яшин, что действительно изучалась вот эта манера игры Давида Савлохова. И, возможно, смогли бы ее использовать в Сыктывкар. В рамках правил останавливают Антона Оппера. Телегин на Дуду! Сенка. Денисов, передача! И какая комбинация! И каков Сергей Денисов в этом эпизоде! Забивает не он, забивает Аширов! Но... Ну и дальше Шахрух Махмадаминов, 27-й, 47-й, Михаил Москалев. Уже Давид Савлохов. Аширов. Савлохов, и будет бить Давид Савлохов, Щурок! Едва не ошибся сейчас Кирилл Щурок. Аширов бьет, и вновь Щурок в игре. Кто-то добивание, Шишов здесь первый на мяче. Ух ты, шанс у Сергея Денисова. Арбитры приняли решение в пользу сыктывкарского клуба. И загудели трибуны. Футболист новой генерации Шишов выбил мяч. Ваут, а здесь гол! Иван Обжорин забивает ворота своей бывшей команды. Опер получает мяч. Антон Опер! Гол какой! Казалось бы, Опер неудачно мяч обработал. За 9 минут почти игрового времени. Телегин, перехват! И Серебряков! Серебряков! Браво, Щурок! Ну, в ближайшее время можно ждать... Ой-ой! Какой гол сейчас забивает Денис Аширов! Пытался в подкате... Матч высшей лиги, даже так. Обжорин, перехват!
Аширов. На Обжорина. Снова Аширов. Удар и добивание! Шишов. Пас на Суворова. Можно бить. Удар! Рядом со штангой мяч проходит, но... 36-я минута. 4-2. Прострел и гол! Суворов! 4-3! Новая генерация до минимума сокращает преимущество торпедов. Поскольку всего лишь один мяч, действительно, преимущество новой генерации. Можно в полных составах еще побороться. Опер! И снова Щурок! Итак, Александр Телегин у мяча. Серебряков! Удар! Гол! Бильярд у нас начинается. 5-3. Максим Серебряков. Скорей к атакам. Волков. Прострел Савлохов. Это не прострел был, это удар. Передача. А ворота пустые. Самусенко. Ну и перехват. Волков. Пас. Пас на Суворова делал Волков. Возможно, стоит. Ну и Щурок будет бить, Кирилл Щурок. Опасно. Сосковец. Серебряков успевал ли сейчас, успел ли он мяч задеть. Обжорин на Аширова, на чужую половину поля. Самусенко мяч подхватывает, удар. Ну, бил в ближний, но сегодня в защите у новой генерации. Вот не в первый раз уже возникают подобные эпизоды, но сейчас и голкипер стал ошибаться. Удар Савлохов, браво! Леготин с мячом, бьет по воротам Леготин. А ворота, напомню, пустые. Но этот удар... Нет. Здесь мимо створа. И вот шанс у Волкова появляется. А вот и гол. Виктор Сосковец. 5-4. Вот эта замена сыграла. Передача. Телегин бьет. Щурок мяч забрал. Ну и атака. Как провалился сейчас Нижегородский клуб в обороне. И Москалев. Проблемы при игре 4-5. Внимание. Ой-ой-ой, помешали сейчас друг другу Савлохов и Обжорин. И удар Сосковца. Савлохов на месте. Телегин. Нет, это не удар. Но там поборется. Нет, не поборется Максим Серебряков. Леготин, Махмадаминов и Давид Савлохов. Какой сейв! Продолжается атака новой генерации. Пенальти! Пенальти. Бесспорное нарушение правил со стороны Александра Телегина. Удар 5-5. Новая генерация уходит от поражения ли. Но, в общем-то, они проигрывали в три мяча по ходу игры.